развитием новых перспективных направлений в энергетике, включая малую атомную генерацию, водородную энергетику, использование возобновляемых источников, в том числе приливной энергии, у которой может быть колоссальный потенциал. Конечно, надо об этом думать, нужно проводить соответствующие исследования, в том числе и научные исследования. Надо подходить к этому серьезно, основательно и думать, как я сказал, на перспективу десятилетий вперед. И не торопиться с принятием.